В прошлой серии мы с вами создали большой добытчик льда. Он почти уже готов, осталось там небольшие штрихи. Прежде чем мы начнем его использовать, давайте научимся с вами использовать скрипты. Это очень удобно и очень нужно. Откроем через букву G нашу панельку и найдем здесь программный блок. Вот он, программный блок, берем его на панель. Давайте расположим его здесь. Прежде чем я его расположу, давайте я о нем немножко расскажу, что это и для чего это нужно. В этот программный блок мы загрузим скрипт. Конечно, сами скрипт мы писать не будем, это слишком сложно, кто-то в этом не понимает и так далее. Поэтому мы не будем с этим заморачиваться, мы возьмем готовый скрипт из мастерской Steam. Вот, смотрите, значит, программный блок устанавливается на сетке, то есть вот, например, на нашей базе, да, вот если мы на базе я его установлю, то наш программный блок будет взаимодействовать именно с этой сеткой, то есть с большой сеткой нашей, со всей базы. Устанавливаем, завариваем. Отлично, программный блок готов. Теперь, чтобы он у нас как-то работал, нам нужно загрузить в него скрипт. Открываем его. Клавиша F. Находим здесь редактировать, обзор скриптов, и как видите, у меня уже скрипты есть. Наш скрипт, который мы будем использовать, называется Automatic LCD. Это самый, наверное, популярный, самый удобный и приятный скрипт, с которым можно работать. Для чего он нужен, я сейчас, конечно же, вам расскажу, покажу. Вот, ну, все, что знаю, все, что я умею, все, чем я пользовался. Надеюсь, вам понравится им пользоваться. Как его добавить себе? Вот здесь мы можем увидеть кнопку «Открыть в мастерской». Он не откроет уже сразу здесь, уже этот, собственно, скрипт. Вы же возьмете ссылочки, которые я прикреплю к видео, и по эти ссылочки добавите вот сюда и перейдете именно на этот Automatic LCD. Ну, в любом случае, вы можете по названию, да, в мастерской Steam найти этот скрипт. Он имеет максимальный рейтинг, поэтому, я думаю, вы не ошибетесь. У автора есть описание полное этого скрипта. Также здесь есть ссылки на разные языковые версии. Вот Russian version, Spanish, French и так далее. Вот, можете воспользоваться той, которая вам будет более удобна, которой вы хотите пользоваться, которая вам больше подходит и нравится. После чего нам нужно будет вот здесь, значит, да, нажать на кнопочку «Подписаться». У меня я уже подписан, я либо отписываюсь, либо подписываюсь. Вы нажмете «Подписаться», и этот скрипт добавится к вам в библиотеку вашу. Соответственно, он вот здесь появится. С того, как вы подпишетесь, вы сможете этот скрипт вот здесь увидеть. Я возьму русскоязычный скрипт, чтобы было удобно и вам, и мне. Вот, нажму на него двойным щелчком, он у меня загрузился и добавился. Теперь я нажму на кнопку «Проверить код». Код проходит проверку и говорит, что все хорошо, нажимаю «Ок». Все, наш скрипт добавлен в программный блок. Первую часть мы выполнили. Теперь нам нужно разобраться дальше, что с ним делать. Теперь мы построим с вами какую-нибудь LCD-панель. Возьмем LCD-панель, вот дисплей. И вот, ну, я не знаю, возьмем, наверное, побольше, вот такой, да, и разместим его вот здесь. Сейчас нам это не принципиально, мы его сейчас заварим. Готово. Вот, как видите, он сейчас ничего не показывает. Он пишет онлайн, как бы он готов к использованию, но никакой информации не дает. А мы хотим какую-нибудь информацию получать. Я наведу все так прицелом на него, нажму клавишу К. Попадаю сразу в этот блок, да, вот он дисплей. Он имеет название там дисплей 1x2. 2. Мы сейчас здесь, что нам нужно сделать? Нам нужно здесь добавить две квадратные скобочки, вот такие. Квадратные скобки, а внутри квадратных скобок мы пишем LCD. Как только я напишу, то сразу наш скрипт начнет с этим LCD экраном взаимодействовать. То есть, видите, он сразу же написал, напишите команды для пользовательских данных этой панели. Теперь мы будем на эту панельку выводить нужные нам данные. Нажимаю опять клавишу К и выбираю здесь пункт «Свои данные». Вот здесь мы будем вписывать наши команды. Для примера давайте сделаем следующую команду. Называется «Inventory», «Пробел», «Звездочка», «Пробел», «Плюс», «Ингот», «Слитки». Нажму «Ок». После этого смотрим на экран, и вот теперь наша информация появилась на экране. Что же произошло?
Давайте немножко сразу разберем, что я написал, для чего и как это работает. Первым написано инвентарь. Инвентарь — это значит, он будет смотреть в блоках, в которых есть что положить. То есть есть возможность что-либо туда положить в блоки. Например, это могут быть контейнеры, это могут быть, вот у нас здесь стоят, например, генераторы водорода, мы туда можем лед положить, правильно? Также он может посмотреть в блок, например, баллона с водородом, то есть мы же в нем водород храним, то есть он водород тоже может посмотреть, количество водорода, сколько его там блоки, насколько заполнен блок водородом. Мы можем посмотреть, что еще, лед, например, где-то в каких-то контейнерах и так далее. Следующее у нас идет символ, это звездочка. О чем она говорит? Она говорит о том, что скрипт будет смотреть абсолютно во всех блоках, которые на этой сетке на нашей установлены. То, о чем я говорил, да? То есть, если мы на базе установили наш блок программный, то он будет на всей этой базе будет смотреть вот по всем блокам. Ну и, собственно говоря, что я у него запрашиваю? Я говорю, я хочу посмотреть слитки, покажи мне слитки. И вот он, собственно говоря, по всем блокам пробегается и смотрит, где лежат у нас какие слитки. Вот он видит, что руду мы все переработали, да, и вот такое количество слитков у нас есть. Вот, например, так, кремния у нас 29 тонн. Давайте посмотрим, правда у нас 29 тонн кремния. Где наш кремний? Кремний. Вот он наш кремний. Собственно говоря, 69 тонн. Ну, все по-честному говорит. Вот. Для чего это нужно? Это очень удобно. Мы можем вводить сюда разную информацию. Мы сейчас попробуем еще поиграться с другими, с другой какой-то информацией, да. Как ее можно вот здесь, вот она у нас, видите, листается, да, то есть все не помещается на экран, но мы можем это немножко победить. То есть мы выбираем вот здесь, заходим опять, да, через клавишу К, мы заходим в экран. Мы здесь выбираем пункт размер шрифта и начинаем уменьшать шрифт. Он на него тоже работает, как видите, да? Ну, просто что, давайте сделаем так, чтобы он хотя бы читаемый был. Вот, оставим вот так, но при этом он не будет прокручиваться. То есть он будет статичен и будет показывать одну картинку. Мы можем напихать очень много информации, да, вот здесь. В своих данных, то есть мы можем сюда еще что-то добавить, еще добавить. Будем добавлять, допустим, какую-то информацию, она будет вся сюда помещаться. Но дело в том, что на один экран она не влезет и будет, соответственно, вот так прокручиваться вверх-вниз будет постоянно. А не всегда удобно, просто иногда удобнее, мне кажется, информацию получать на одном экране и смотреть ее таким образом. Теперь я построю еще один LCD, еще одну LCD-панель. Например, я ее вот прямо сейчас под него так засуну. Могу я так сделать? Вот, могу. Сейчас мы ее заварим. Отлично. Все заварил. Видите, она сейчас никак не взаимодействует ни со скриптом, как и в прошлый раз. Нажимаю букву К. В названии я ставлю двойные две кавычки, значит, квадратные. Пишу LCD. И сразу наш скрипт начинает взаимодействовать с блоком, программным блоком. Все, скрипт к нему подвязался. Также захожу сюда. И давайте попробуем такую команду. Называется Power. Эта команда собирает нам информацию о всем том, что у нас снабжает энергией. Двигатели, турбины, батареи, сколько зарядов батареи, общее потребление и так далее. Это очень интересная штука. Сейчас я заряжусь. Итак, это очень удобная штука. Этот скрипт позволяет нам получать информацию, за которой нужно лазить или в блок, или ее где-то там находить, искать. А скрипт нам в этом очень сильно помогает. Мы можем всю информацию, да, с вами найти, вот, вытащить таким образом. То есть также я могу вытащить информацию по водородным баллонам, сколько в них водорода, общий объем там и так далее. Вот, очень удобно, очень рекомендую вам использовать. И мы, собственно говоря, будем использовать этот наш скрипт на нашем вот буровике. Здесь я его хочу использовать не совсем обычным способом, таким, как я вам показал. Сейчас мы будем его использовать немножко иначе. Значит, сначала я размещаю наш программный блок для загрузки сюда скрипта. Сейчас он является единой целой, да, то есть мы его еще не отпилили, вот он здесь у нас еще прикреплен к нашей базе. Поэтому скрипт будет смотреть и в его контейнер. То есть он пока находится на одной сетке, он также будет... И считать все, что в нем внутри находится, он также будет считать.
Вот, но мы же его здесь отпилим, да, мы в любом случае наш буровик запустим, отпилим, и поэтому нам нужен будет самостоятельный блок, вот, и мы его сейчас сделаем. То есть делать все то же самое, редактировать, обзор скрипта, добавляю скрипт тонным щелчком, проверяю код, нажимаем ОК, ОК, все, наш скрипт загружен, теперь нам нужно добавить LCD панель. Но вот в чем прикол. Можно, конечно, ее снаружи где-то прицепить. Но у нас внутри в кабинке есть уже несколько экранов. А что если сделать, например, так, что мы на кокпите, да, вот у нас кокпит основной, мы добавим сюда тоже такую метку LCD. Оп, и у нас левый экран. Я, честно скажу, не знаю, по какому принципу он выбирает. Возможно, он первый слева, поэтому он выбирает его. Но определить какие-то другие у меня не получалось. То есть я не мог его перенаправить, например, на центральный, на левый. Не могу сказать, как это именно работает. Если вы разберетесь, напишите мне, это будет круто. Вот. И также сюда я, например, смогу вывести данные. Ну, например, о загруженности льда. Я напишу инвентарь. Звездочка и ice. Как видите, он, как я и говорил, да, он сейчас считает, что у нас лед, как будто бы сейчас, да, у нас есть в этом грузовике 1,3 тонны. На самом деле в грузовике у нас нет вообще ничего, мы же еще ничего не копали. А лед у нас есть вот здесь, где мы заправляем баллоны, вот именно вот в этом блоке. Вот они, видите, 1,34. Вот, собственно говоря, где мы баллоны заправляем, он этот посчитал, так как он находится сейчас все еще на одной сетке, поэтому он оттуда и берет. Но как только мы его отпилим, наш программный блок будет принадлежать только к сетке нашего большого буровика, и, соответственно, будет считать всю информацию только из него. Он будет считать и в буровик, и в самих бурах, что находится, и в блоках контейнеров, и в большом контейнере. Но мы вполне можем ограничить наш скрипт, да, выполнение скрипта, например, если нам нужно, то мы можем его ограничить. Сейчас скажу. Значит, мы его можем ограничить исключительно место звездочки, да, вписать сюда контейнер, тот, который нам нужен. То есть, если, например, это у нас будет там какой-нибудь контейнер большой. Сейчас давайте посмотрим. Но я сейчас просто не определюсь, какой здесь большой, потому что у нас большие контейнеры, они все здесь находятся. Вот только сварщик отделен, да? А остальные все сейчас расположены здесь. Ну, если я вот только... Вот эти у меня переименованы. А вот еще два больших контейнера не переименованы. Какой из них какой, я, честно говоря, не знаю пока. Вот, я могу его, конечно, здесь найти и переписать туда. Ну, это мы все будем еще делать. Все это будем разбираться. Я надеюсь, вам понравится пользоваться этим скриптом. Используйте его во всем, что только есть. Я прикреплю ссылки, помимо самого скрипта, я также прикреплю ссылочку на описание всех команд с их расшифровкой, как они правильно пишутся, и с примерами. Там, конечно, все на английском языке, но я думаю, что вы разберетесь, ничего сложного там нет. Вот, я думаю, что если, например, гидрогенный там бак, вы поймете, что это гидрогенный банк. То есть, если это контейнер, то это будет контейнер и так далее. То есть, в принципе, разберетесь. Также можно по джамп-драйвам. Он будет считать, какой заряд джамп-драйва, какой сейчас заряжен, какой нет. Он будет здесь визуально это все отображать. Мы это все еще попробуем, все это сделаем. Вот. Ну и пока на этом, наверное, на скрипте я закончу. Вот. А дальше мы продолжим заниматься нашим буровиком. Ну что ж, пришлось. Пришло время, я думаю, уже использовать наш бурильщик для добычи льда. Используем его, но для начала нам нужно его настроить. Нужно включить все двигатели и посмотреть, все ли мы правильно настроили. Выберу все двигатели и включу их. Пока не буду объединять их в одну группу. Проверю, все ли двигатели я включил. Ну, вроде да.
Гироскопы есть, свет есть, энергия есть, двигатели включены. Ну что ж, будем начинать испытание. Как я и говорил, как только я отсоединил его от базы, как видите, лед у нас теперь равен нулю. Теперь наш скрипт смотрит только то, на те контейнеры, которые у нас расположены на борту нашего бурильщика. Назову этот контейнер, чтобы я мог его спокойно находить и не терять. Мы никуда не летим, никуда не двигается наш буровик. А значит, он у нас находится в виде статической структуры, статичной. Нам нужно его перевести в режим корабля. Нажимаем букву К, переходим в инфо. И здесь нам нужно наш корабль перевести, переделать из станции в корабль. Конвертировать в корабль. Отлично. Все, теперь наш кораблик, наш буровик может спокойно лететь. Ну что ж, отправимся на добычу льда. Пока наши генераторы не работают, конечно, очень идет большая нагрузка по питанию. Но это ничего страшного, мы и в пределах разумного. Также можно отключить двигатели, которые нас останавливают, которые давят назад. Объединим их в группу и вынесем эту группу на панель. Так мы будем расходовать меньше энергии. Сейчас наберем определенную скорость и будем добираться до точки добычи льда. Итак, прежде чем начнем добывать лед, я хочу настроить сортировщики на выброс льда. Для чего я это хочу сделать? Чтобы мы узнали, сколько именно может поднять наш кораблик, буровик льда, то мы наполним его до максимума, а лишнее просто сбросим. Ну, не совсем до максимума, я думаю, будем проверять это с помощью подъема просто вверх. То есть будем добывать, пытаться поднимать судно, и если оно не может взлететь, соответственно, будем выбрасывать лишнее. Добавлю в белый список лед. Пока не буду опустошать все и оставлю так, как есть. Ну что ж, за добычей можем наблюдать прямо из кабины. Выведу на панель буры. Некоторые мои подписчики столкнулись с проблемой и написали такие сообщения о том, что если они выносят на панель буры, то они, у них почему-то работают не все буры. Это происходит тогда, когда вы добавляете буры в группы. Если вы буры объединили в группу, то у вас будет таким образом работать. Тогда нужно будет устанавливать не просто из инструментов, из рабочего инструмента, а нужно будет целиком группу в группах. Вот здесь, если у вас будут добавлены буры, то мы вынесем на панель буры и выберем включить либо выключить. То есть мы будем добывать, либо не добывать. Начинаем добычу. Очень быстро добывается лед. Как видите, скрипт практически, ну, очень быстро, достаточно быстро обновляется и показывает нам, отображает информацию, сколько всего мы добыли.
Буду потихоньку спускаться и добывать лед. Что ж, мы еще взлетаем, значит, все в порядке, можно добывать еще. Вот уже ему очень тяжело уже взлетать. Посмотрим, сколько же у нас добылось. 3,5 миллиона. Отлично. Я думаю, это уже вполне достаточно. Понятное дело, что мы не до конца заполнили наш контейнер льда, да? То есть тут еще вместимости еще полно. Но так как у нас сейчас стоит X10, то есть это, конечно, очень много. Также у нас работают генераторы, заработали сейчас, и мы уже дополнительно вырабатываем энергию. Вот наши генераторы работают. Ну что ж, я думаю, мы можем еще немного накопать, и лишнее мы просто сбросим. На самом деле можно просто отключить двигатели. Я сейчас добавлю все двигатели в группу. Несу ее на панель. И сделаю выключить. Все, все двигатели сейчас выключились, кроме двигателей, конечно, генераторов. И просто нажму на добычу левой кнопкой мышки. Мы постепенно будем падать вниз. Я думаю, достаточно, потому что мы очень много добываем. Включу двигатели обратно. Попытаюсь взлететь. Очень медленно взлетает. Очень медленно, очень тяжело. Но все еще взлетает. Поэтому опять выключаю движки и буду добывать дальше. Все, больше взлететь я не могу. Теперь продолжим настройку сброса. Найдем коннекторы. Я думаю, объединим их в группу. Вынесу их на панель. Выберу пункт «Выбросить», «Включить» или «Выключить». Включил, выбросить. Теперь нужно нам наши сортировщики сказать, чтобы они опустошали все. Отлично, мы начали сбрасывать лишний лед. Будем по-прежнему пытаться взлететь. Ну, у нас на борту 6,2 миллиона льда, но это очень много. Чтобы наш буровик мог утащить полный багаж, я думаю, мы недостаточно такого количества двигателей подъема. Я думаю, их нужно будет как минимум удвоить. Но так как нам не нужно такое количество, я думаю, будет вполне достаточно и так. Итак, потихонечку бур начал взлетать. 5,6 миллиона он может утащить. Но это как бы совсем предел. Я думаю, мы его еще опустошим, чтобы было более комфортно на нем двигаться. Иначе как только я нажму вниз, он просто камнем полетит вниз.
Я думаю, вполне можно до 5 миллионов сбрасывать. Кьюти очень плавно пытаюсь приземляться, но он очень быстро начинает ускоряться и практически падать. Поэтому двигатели мы пока выключим, чтобы не тратить энергию. А он пока пускай освобождает нас от лишнего льда. 4,8. Ну ничего, еще сбросим еще лишний. Я думаю, даже 4 миллиона это вполне себе приличная сумма. Да, и по приезду, я думаю, мы добавим сюда еще немного генераторов водорода, потому что генераторов энергии из водорода у нас очень много, у нас 8 штук. А вот генераторов просто водорода, которые перерабатывают лед, у нас мало. Поэтому генераторы, которые вырабатывают энергию из водорода, дают нам очень мало энергии. Как видите, максимальная отдача 5 мегаватт, а отдает он сейчас только 1,25. Так, ну что, 4 вполне достаточно, хватит сбрасывать. Я думаю, теперь с таким грузом мы будем пытаться добраться до базы. Наберу высоту, выключу двигатели торможения и пойдем потихонечку вперед. Я думаю, слишком сильно разгоняться не стоит, иначе мы очень нагружены. Все это может плачевно закончиться. Ну что ж, на борту 3,9 миллиона льда, я думаю, это вполне достаточно. За один заход. Этот бур не обязательно использовать только для добычи льда. Мы можем использовать его для любой добычи, в принципе, которая нам понадобится. Ну что же, пока мы летим, я, пожалуй, добавлю на панель в кабине. Наверное, максимальный груз, который мы можем поместить. Возьму правый верхний экран. Выберу текст изображения. И напишу. Ну, чтобы не забыть. Ну что ж, мы почти прилетели. Я буду включать тормозные двигатели и потихонечку его приземлять. Нужно будет делать это аккуратно. Также нам нужно будет построить на базе еще коннектор, чтобы сбрасывать лед. Ну, собственно, дополнительный коннектор на самом буровике. Пока я его припаркую рядом с базой и займусь постройкой коннекторов. Относительно ровная поверхность. Очень опасно. Ну, вот тут, думаю, нормально.
Отлично, генераторы пока работают. И как раз еще добавим сюда немножко генераторов. Вот 2H2. Да, как видите, разработчики с обновлением заменили нам извлекатель на малый коннектор. Но это не страшно, он выполняет все те же самые функции. Как видите, мы можем и через обыкновенный коннектор сбрасывать. Мы и до этого это могли делать. И я думаю, мы можем делать это и через малый коннектор. Кое-что я упустил. Но это не беда. Сейчас исправлю. Я хочу, чтобы наш лед разгружался максимально быстро. Для этого мы поставим сюда сортировщик. Сортировщики я выберу белый список, добавлю лед и скажу опустошить все. Теперь, когда мы к нему пристыкуемся, он сам начнет забирать из нас лед. Надеюсь, мы ничего не сломаем. Отлично, есть зацеп. Можем пока выключить двигатель. Как видите, наш большой контейнер со льдом начал разгружаться. Проверим наши генераторы. Отлично, в них попадает лед. Они будут его перерабатывать и будут нас снабжать водородом. Так, прежде чем мы будем дальше заниматься нашими постройками, я бы хотел еще немножко продолжить тему нашего скрипта. Сейчас у нас вырабатывается, значит, перерабатывается лед, делается водород и наполняются водородные баки. Но мы как бы визуально этого пока не видим, пока здесь загорится первая лампочка, пройдет еще не 10 минут и 20, а то и час. Я бы хотел сделать панель,
и вывести на нее информацию о заполняемости наших баков. Возьмем все компоненты. Можем ее прикрепить куда-нибудь сюда. Крепите куда вам нравится. Главное, чтобы она была на этой сетке, а располагалась у нас на базе. То есть там, где располагаются наши водородные баки. Теперь мы водородные баки объединим в группу. Вот наши большие водородные баки. Я объединяю в группу водород. Отлично. Также задаем параметр наш, да, LCD, чтобы наш экран взаимодействовал со скриптом. И будем добавлять сюда данные. И напишем thanks, пробел, фигурные скобки, не квадратные, фигурные. Большая буква G, двоеточие. Название группы, то есть G это группа. Мы назвали нашу группу водород. Делаем пробел, пишем гидроген. Окей. Смотрим, правильно ли мы все написали. Отлично. Теперь мы можем видеть, насколько заполнены наши баки. Именно наша группа. То есть имеем общий объем. И то, насколько они на данный момент заполнены. Сейчас они заполнены все на 7,1%. Можем даже перекрасить. Увеличить шрифт. Можем даже немножко отредактировать его сверху вниз, таким образом, добавляя команду эхо. То есть как бы пустую строку. Ну что ж, неплохо. Теперь доделаю немного наш буровик. Я хочу добавить сюда еще несколько генераторов водорода и кислорода. Так как у нас очень мало места и очень компактно все сделано, я буду стараться не выходить за пределы буровика. Как вы видели на примере того, как я бурил лед, все наши компоненты, которые расположены на буровике, не выступают за эти грани. Тем самым мы проходим как раз именно сквозь то отверстие, которое разбуривает наши буры. Поэтому выходить за пределы нам не следует. Иначе будем застревать. Так, возьму Т-образную трубу.
Ну что ж, теперь у нас получилось 10 генераторов водорода и кислорода. Я думаю, этого будет более чем достаточно, чтобы снабжать наши двигатели максимальным количеством водорода, для того, чтобы они работали на своем максимальном пределе. Я думаю, мы слетаем еще за одной порцией льда. Главное не забыть включить двигатели. Выключаю двигатели, захожу в кабину и начинаем бурить. У нас, кстати, еще осталось 526 тонн. Неплохо. О, господи, 561. 561. Я думаю, этого достаточно. Ну что ж, вот все наши двигатели водородные, водородные генераторы вырабатывают по максимуму, что они могут выработать. В принципе, если захотите, сможете добавить еще сюда двигателей, точнее водородных генераторов и генераторов водорода и кислорода. Ориентируйтесь на такую пропорцию. Один генератор водорода и кислорода и один генератор энергии. Отлично пристыковались. Ну что ж, уже есть 19%, уже неплохо. Пока наши водородные баки будут набираться, мы приступим к постройке нового корабля. На этот раз уже космического. Так, пока перерабатывается водород, ну точнее лед водород, давайте еще немножко потренируемся со скриптом. Добавим еще одну панель. Кажется, этот контейнер мы переименовывали. Нет, не переименовывали. Ну, соответственно, переименуем. Назову его большой контейнер лед. И скопирую это. Через Ctrl-C. Зайдем в панель, добавим LCD, напишем инвентарь, пробел, фигурные скобки. Кажется, я ошибся. Отлично. Говорит, что здесь 4,5 миллиона. Проверяем.
Да, так и есть. То есть здесь мы уже будем с вами конкретно определять скрипту, чтобы он смотрел именно в этом контейнере, и не в каком-нибудь другом, и не во всех сразу, а только в этом. Мы точно будем знать, что он исключает весь лед, который у нас остался в генераторах водорода и кислорода здесь. Здесь же у нас тоже есть лед. Он его не будет учитывать. Он будет считать только тот лед, который у нас расположен в этом контейнере, который мы назвали большой контейнер лед. Первое мы опять написали инвентарь. Далее мы открыли фигурные скобки и в фигурных скобках указали тот контейнер. Здесь мы уже не указываем, что это группа через букву G большую, соответственно, как мы указывали это в водородных баллонах. Здесь мы указали, что у нас есть группа, и группа называется водород. Также запросили, что конкретно мы хотим оттуда получить, то есть гидроген — это водород. Можем здесь немножко тоже перекрасить, сделать немножко побольше шрифт, то он в принципе влезет. Пусть будет так. Ну что ж, пока наши баллоны заполняются водородом, я приступлю к постройке космического корабля. Пожалуй, от водородных баков я начну вести конвейерную линию так, чтобы из нее уже можно было, если что, запитаться водородом, так как наш космический корабль не предусматривает никаких других двигателей, так как в космосе мы не сможем двигаться на атмосферных двигателях, будем двигаться только с помощью водородных движков. Нам будет нужен водород. Чтобы наш кораблик запустить, можно было уже и взять водород непосредственно с базы, я буду строить водородную трубу отсюда, прямо от водородных баков. И на них уже буду устроить тогда корабль. Я думаю, в самом начале я поставлю прыжковый двигатель, чтобы примерно понимать, какие будут габариты корабля. Пожалуй, самое простое правило строительства любого какого-нибудь корабля, будь то буровик или какой-нибудь космический корабль, состоит в том, что если вы хотите, чтобы ваш кораблик был более-менее симметричный, то количество блоков в ширину должно быть и четно. Хотя это не принципиально. На базе становится уже очень тесно.
Для строительства прыжкового двигателя нам понадобится очень много золота. Надеюсь, то, что я накопал, нам хватит. Это 1000 проводников, сверхпроводников нам понадобится для постройки одного джамп-драйва. А также еще понадобятся компоненты гравитационного генератора. В принципе, что туда расходуется и золото, и серебро. Ну, туда на гравитационный генератор у нас расходуется и серебро, и золото, а на сверхпроводники вроде только золото. Золота, конечно, не очень много, серебра полно. Скорее всего, золота мне не хватит. Нужно будет накопать еще. Раз наш космический корабль будет работать на водороде, соответственно, нам понадобятся генераторы водорода. Да, золота, похоже, мне точно не хватит. Пожалуй, здесь вместо обычных конвейеров я буду использовать контейнеры. Поставим один большой контейнер, а к нему добавим большой водородный бак. Да, немного не хватило. Ну что ж, отправлю за золото. Отлично, теперь мы видим на табло и количество руды, и количество уже готовых слитков. Отлично, все компоненты готовы. Продолжим строительство. Чего-то не хватило. Компонент детектора я забыл забрать. Ну ничего, я заберу их вручную.
Расставим бурак. Наборы расходуются очень много стальных пластин. И внутренних компонентов. Небольшая авария. Наши фонарики отвалились. Поставлю тормозные водородные двигатели. Я, конечно, могу отключить водородные двигатели на время строительства, но этого делать не буду. Я оставлю их работать для того, чтобы понимать, где я не нарушу цепь, то есть где везде проходит ли водород, и правильно я везде собрал конвейерную цепь. Добавь водородные генераторы.
Пожалуй, я добавлю еще малых водородных баков, потому что одного большого я боюсь, что нам не хватит. Водород очень быстро расходуется. И добавлю еще один кислородный бак, ну, для того, чтобы снабжать нашу... Ой. Чуть было не потерял весь водород. Но ничего страшного. Водородных баллонов можно тоже наполнять водородные баки, которые у вас лежат в рюкзаке. Достаточно вот здесь поставить в автонаполнение. Итак, поставлю еще один кислородный бак для того, чтобы можно было снабжать наш комплект для выживания. Так как наш корабль будет космический, нам нужно сделать двигатель во всех направлениях. В отличие от атмосферных двигателей, водородные двигатели очень мощные. Поэтому мы можем использовать небольшие двигатели водородные. Я думаю, нам их хватит. Да что ж я опять забыл? Компоненты решеток.
Ну ничего, будем тренировать память. Добавлю сзади три сортировщика и добавлю к ним коннекторы. Нам же нужно будет как-то избавляться от нижнего, от ненужного камня. Добавлю еще несколько аккумуляторов. Конечно, добавим гироскопы. Остальных пластин нам будет нужно много. Нам еще нужно будет сделать обшивку. Поставим комплект для выживания. Мало ли нам с нами что-то случится в космосе. Чтобы нам не попрощаться с нашим кораблем, а можно было воскреснуть именно на нем, мы поставим здесь комплект для выживания. Это некорректно сработал планировщик.
Также я хочу поставить пару турелей. На всякий случай, может быть, какие-то маленькие дроны к нам представят от пиратов. Чтобы от них отбиться, по крайней мере, этого хватит. Может, убежим. Больших пиратских кораблей, конечно, это не даст возможности отбиться, но, по крайней мере, от мелких дронов точно поможет. Не забудем про детектор руды. Ну что ж, вроде основные все узлы я установил. Теперь нужно подумать над тем, как мы будем приземляться. Конечно, можно приземляться и на двигателях, но я бы хотел падать камнем вниз, так гораздо быстрее и экономичнее. А чтобы остановиться, мы будем использовать парашюты. Я думаю, 6 штук нам должно хватить. У парашюта есть только один конвейер. И нам нужно установить его, соответственно, на наш конвейер. Ну что ж, вроде ничего не забыл. Да, мы добавим еще сюда программный блок. И загрузим сразу в него наш скрипт. Ну что ж, вроде бы я все учел. Теперь буду заниматься обшивкой. Я буду использовать легкую броню. Накидаю основной слой брони. В принципе, наша задача максимально защитить джамп-драйв и, конечно, водородный баллон с контейнерами. Если взорвется водородный баллон, мало не покажется никому. Если мы потеряем джамп-драйв, то о том, чтобы убежать, уже не будет никакой речи. В
Разгружу сварщик и оставлю только компоненты для того, чтобы заваривать броню. Так как броня легкая, мы будем использовать только стальные пластины. У меня закончилось железо. Ну что ж, накопаю пока железо. Ну что ж, немного железа накопал. Я думаю, пусть она пока перерабатывается. И поставлю на изготовку уже дополнительные пластины. Очень тяжелый у нас сварщик.
По крайней мере, будет не такой скучно. Ну что ж, вроде все закончено. Нужно теперь загрузить в него немного боеприпасов, чтобы было пушкам чем стрелять. И в принципе можно отправляться в космос. Ну что ж, раздобыл немного магния, боеприпасы уже должны как немножечко сделаться. Можно загружаться и пытаться взлетать. Ну что, я перепиливаю. Не упал уже хорошо. Так, настроим пока наш скрипт. Так, на борту у нас, значит, лежит 400 тонн льда еще. В принципе, взлетает уверенно. Добавлю двигатели вверх в группу. И выведу на панель увеличение и уменьшение тяги. Сделаю тягу на максимум. Thank you.
набрали максимальную скорость и буду постепенно уменьшать тягу. Но так, чтобы не терять скорость. Таким образом, я постараюсь сэкономить топливо. Сброшу еще немного тягу. По мере отдаления от планеты гравитация будет уменьшаться, соответственно, тяги нам будет нужно все меньше и меньше. Можно отключить гасителя. Гасители можно было выключить, в принципе, с самого начала. Ну, гравитация уже 0,28G. Тоже виднеются первые астероиды. Еще немного и покинем уже гравитационное поле. Как видите, скорость я держал примерно в 90 метров в секунду, она практически всегда была не меньше 90. И топлива мы потратили вроде как немного. Нам еще хватит на то, чтобы кататься по астероиду и искать полезные ископаемые. Ну конечно, два самых дорогих, которые мы хотим найти, это уран и платина. Все, мы вышли в принципе на минимальный перехват тяги. Этого вполне достаточно, чтобы продолжать подниматься и покинуть гравитационное поле. Ну вот и все, гравитации больше нет. Можно включать движки на максимум и включать гасители. Нужно убрать перехват тяги. Теперь я поставлю здесь метку. Выведу на панельку Jump Drive. Выставлю минимальный прыжок в 5 километров. И буду двигаться к первому ближайшему астероиду. Так, прыжок минимальный, он в принципе очень мало требует энергии на перезарядку джамп-драйва. И мы можем им пользоваться практически сразу. Настроим детектор руды.
Надо же, мы попали в гравитационное поле. Но это не страшно. Пожалуй, найдем другой астероид. Неужели на таком большом астероиде и никаких нет ископаемых? Но такое бывает. Угу, серебро. А нас это не интересует. Я буду ставить пустые метки, чтобы не прилетать уже на эти же астероиды, где я был. Рядом пираты. Как интересно, мы нашли платину. Настрой сортировщики. Белый список, камень, опустошить все. Можно сразу, в принципе, включать и опустошить все. Единственное, у нас стоит еще один коннектор, который у нас служит только для того, чтобы мы соединялись с базой. Я его немножко подпилю, чтобы не выбрать его. Там добурили до конца. Неплохо, 726 тонн платины. Оставим здесь метку. Пожалуй, я вернусь на базу и выгружу платину. Теперь я выберу прыжковый двигатель. О, рядом пираты стреляют в наши пушки. Но я даже не вижу, куда они стреляют. А, вон там маленькие, я и говорил. Видите, маленько, от маленького мы сможем отбиться. Маленький разведчик.
Что-то там куски от него какие-то остались. Надо отлететь. Итак, зайду в Jump Drive. Выберу точку земля вход. И прыгнем. Мы потратили большой заряд, но ничего страшного, батарейки выдержали. Теперь мы, в принципе, на точке можем сразу спускаться вниз. Мы практически над базой. Пока будем спускаться, настроим парашюты. Да, только есть один момент. Парашют это я забыл положить. Блоки для парашютов я построил, а сами парашютные полотна я не положил. Ну что ж, тогда придется рассчитывать только на свои силы двигателя. Вес у нас не маленький, у нас на борту еще 726 тонн платины. Надеюсь, мы не разобьемся. Вот что значит невнимательно собираться. Нет, к сожалению, станция для выживания не позволяет нам создавать парашюты. Было бы неплохо, если бы мы могли создать парашют в ней, но, к сожалению, нет. Ну, ничего страшного, мы не сильно нагрузили наш кораблик, поэтому я думаю, что наших двигателей хватит для торможения. Космос не прощает ошибок. Парашюты нужно было положить. На 5000 буду пробовать тормозиться. Ну что ж, наши двигатели прекрасно справляются. Отлично. Можем продолжать свободное падение. Отлично. Ну вот мы и вернулись. Ну что ж, на этом наша серия подходит к концу. Надеюсь, она вам понравилась и стоила того времени, что вы ждали. Очень приятно читать ваши комментарии, как обычно. Я очень рад видеть новых людей, что вам это нравится. Я особенно впечатляют, конечно, такие комментарии, как: спасибо тебе за это видео, я снова начал в нее играть, в эту игру. Это, наверное, одно из самых приятных и, скажем так, благодарных за мою работу, которую я делаю для вас. Спасибо, ребят. Спасибо большое всем, кто смотрит. Спасибо, что вы комментируете. Спасибо за ваши лайки. До встречи.